продукты, укрепляющие сердечно-сосудистую систему. Чтобы разблокировать артерии естественным путем, есть продукты, которые очень эффективно помогают в лечении заболеваний сердечно-сосудистой системы. Ученые доказали, что избавление от холестериновых бляшек способствует расширению просвета сосудов, нормализации кровяного давления, улучшению снабжения органов кислородом, своевременному поступлению питательных веществ к клеткам. После очищения сосудов заметно повышается работоспособность, быстрее проходит усталость, улучшается внешний вид. Предлагаем вам список продуктов питания, которые помогут быстро разблокировать артерию естественным путем. Яблоки. В яблоках содержится пектин, растворимая клетчатка, которая снижает уровень холестерина. Возможно, за счет воздействия на процесс кишечного поглощения желчной кислоты. Пектин заставляет печень использовать циркулирующий в крови холестерин для производства большего количества желчи. Также яблоки содержат кверцетин, калий и магний, которые помогают снижать артериальное давление. Чеснок. С помощью чеснока лечат множество вирусов, инфекций и даже опухолей. Исследования показывают, что употребление примерно четверти головки чеснока в день позволяет снизить уровень холестерина, а также уменьшить артериальное давление и предотвратить тромбы. Гранатовый сок. Гранат и его сок богаты антиоксидантами, которые борются с атеросклерозом. Гранатовый сок не только предотвращает этот патологический процесс, но также помогает снизить его проявление, если патология уже имеется. Куркума. В куркуме содержится мощный противовоспалительный ингредиент под названием куркумин, который значительно снижает воспаление и повреждение артериальных стенок, являющихся главной причиной возникновения бляшек и развития тромбов. Корица. Достаточно лишь одной чайной ложки корицы в день, чтобы снизить уровень холестерина и предотвратить возникновение бляшек в аорте. Помидоры. Томаты насыщены ликопином, компонентом, обеспечивающим их характерный цвет. Это антиоксидант, снижающий риск атеросклероза на 50%. Апельсиновый сок. Употребление 2 стаканов 100% апельсинового сока без добавления сахара ежедневно помогает улучшить артериальное давление и снизить уровень воспаления артерий. В апельсиновом соке много антиоксиданта, витамина С, очищающего артерии и предотвращающего окислительный стресс в кровотоке.